Високогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию мастер-класс «Дракон встречает Новый год с улыбкой». Как же быстро летит время! Кажется, совсем недавно мы встречали 2023 год кролика. И вот он уже подходит к своему завершению. А мы стремительно движемся к встрече нового 2024 года. Согласно восточному календарю, 2024 год пройдет под покровительством зеленого деревянного дракона. Такое сочетание символа года со стихией астрологи называют одной из самых удачных. А значит, 2024 год должен быть успешным для всех жителей этой планеты. Чтобы в новом году вам сопутствовала удача, праздники необходимо провести весело, интересно и незабываемо. Встречать Новый год нужно, сидя за богатым столом, с веселыми гостями, интересными развлечениями. И, конечно, основным атрибутом праздника неизменно являются подарки. Их, конечно, можно купить, а можно сделать своими руками. И сейчас мы предлагаем вам сделать веселого, очень простого, символа наступающего года. Для работы вам потребуется плотный картон, нитки вязальные зеленого цвета, плотный фетр зеленого цвета, карандаш, линейка, ножницы, канцелярский нож, клей, маркер черного цвета, подвижные глазки и различные украшения. На картоне начертим, а потом вырежем треугольную заготовку туловища. От ее размера зависит размер вашей игрушки. Плотно намотаем на треугольник зеленую нить, в некоторых местах закрепляя ее клеем. Туловище дракона готово. Из фетра вырежем мордочку, треугольные лапы и гребень. Размеры этих деталей зависят от размера туловища. Оформите вырезанные заготовки. К мордочке приклейте глаза и нарисуйте рот. На лапах нарисуйте когти. Готовые детали приклейте к туловищу. А теперь его можно украшать. Мы к встрече символа года готовы. А вы? Пусть дракончик в этот год много счастья принесет. Сколько снега за окном, столько теплоты в ваш дом. Сколько лампочек в гирлянде, столько радости во взгляде. Сколько за столом гостей, столько радостных вестей. Сколько праздничных одежд, столько сбывшихся надежд. С наступающим Новым годом!